это если Дорин не будет ролить, то по идее ты забираешь. Пиши ему в личку, говори с ним. А если ты 4 апгрейд, чарки камни не спадают? Нет. Вообще огонь. Сейчас, секундочку, я тебя чуть громче сделаю. А то ты когда по-обычному говоришь, то громко. Я тебя затихаю. А ну скажи что-нибудь. У меня уже все, я скажу сколько. Лучше пиши, я ничего не понимаю. У меня уже 4:00 ночи. А, я понял. Угу. Там вообще как живой, не? Бать, ты как? Ты бачить будешь? Пойдет. Кстати, странно. Вроде рейд помощнее, но ДПС в этот раз лучше было. Если синенькие плечи выбил, который смог. Далин не одет у нас еще до конца. Я надеюсь, сегодня кружка упадет. В смысле, дай поем? Зачем тебе поесть? Ой, ну тебя жадина. Будет самый скучный босс. Не, ну если первый... Дим, у меня вопрос. Может, сходим все-таки в ИВК до паука? То есть до Валькир закроем, так сказать. Ну, без проблем. Это как рейд захочет. Я, как честно, ввести я не хочу. Я хочу просто тупо делать команды, которые мне говорят сегодня. Сейчас я веду рейд, потому что просто Артём попросил. Я не люблю рейлить, я говорю сразу просто. Если Лимончик проэрелит, пожалуйста. Давайте голосовать. Лимон. Не-не-не. Давайте. Я с удовольствием бы тоже, наверное, посадил. Давайте все разом. Не-не-не, я забираю Реску за собой. Да, резко, да. Завтра будешь? Шкафчик. РБК сами рельки. Шкафчик поставьте, давайте побыстрее засумоним, чтобы не тянуть. Лимон. РБК не хочу. Давайте все вместе. Лепите. Ну чё вы какие-то неподвижные. Апельсин.
Понимаем, круто. А вдруг еще и выбор упадет, а? Если упадет выбор, я его себе беру. 100%. А ты кто? Глянь, слышь, ты больше меня по приору. Давай я тебе Т4 отдам все-таки. Я-то еще впереди стою тебя. Смотри, Т4 23 минуты. Думай. Отлично, МОСА тут, давайте танки, поехали. Сейчас я меточки расставлю. Косты сбиваем, перед лицом моба черепа не стоим, потому что он кливает. То есть разворачиваем его от рейда. Да ты не хочешь повезти ВВК? Ну это же 3 часа ночи, да, что-то голова болит. Я понял. Ну, ребят, давайте смотрите ВВК, пожалуйста, пятница, суббота, воскресенье есть. Какой-то из дней, я не знаю, соберем. Слышь, ты завтра 10-ку ЦВК или РСК зайди пособирать? ЦЛК, да, наверное. Кару можно днем еще сходить. Во сколько? Это в обычку, вы же правильно? Да, обычку. Угу. ЦЛК, не знаю, ЦЛК вот не стоит вроде. Вы сразу спекать из танков. По серверу скажи. А как заметки в календаре сделать? А у тебя прав нету. Тогда поставьте Кару и ЦЛК на завтра. Давай после рейда скажешь, на какое время хотите, я поставлю. Окей. Ауру конского ДПСа выключил. Сейчас я лагал. Кстати, никто на магике не умирал, а рыбку можно вам не ставить. Экономная гильда. Да, Бокрус, ты в танка, воет тоже в танке. Нас должно быть 5 танков здесь. Саня пропал. Абсолютно нет, я просто заинтересован, чтобы ко мне дали еще кого-то, кто будет со мной нормально диспелить, и мы точно гарантированно быстро закрыли.
Так, ровно на полсекунды отошел, Дим. Да, да. Слава, твой квадрат, воет твой луна, лимон, твои трусы, бокрус, твой крест, мой череп. Как играем? Все милики и РДД бьют. Да, да, трусы. Это. Все милики и РДД бьют крест. То есть будет активация здесь у этих боссов. По ним будет больше дамаг входиться. Активацию я буду анонсировать. Кто из боссов активируется, танки должны будете сказать или написать, что ваш босс активировался. А как он активируется? Сейчас, секундочку, я скажу. Получается. Баф, у него сейчас, босс. Смотри, такой красный дебаф, несокрушимость. Это снижен урон на 85%. Когда он активируется, у него этот дебаф меняется на белый. Там увеличится по нему дамаг на, не помню, на сколько процентов. То есть, как только он активировался, вот этот значок белый, за место вот этого красного несокрушимости появился, сразу говоришь, в кого играть. Так, насчет кого бить. Все милики и РДД бьют крест. Абсолютно все. Когда будет активироваться босс, РДД переключаются на того, кто активировался. Милики, ваша цель это постоянно крест бьет. Если будет первым активен крест, мы даем Геру, соответственно, будем его быстро заливать. На диспеле будет Лачдан, Скифон, Агра, Венте. То есть с вас диспел абсолютно всего рейда. Пожалуйста, если вы не диспелите, очень сильно прошивает. Мангиал, и ты еще можешь помогать. То есть смотрите, если не диспелите, очень сильно прошибает рейд. Танки будут по очереди давать вам прожимку. Это что касается креста. То есть получается, он вызывает бесов, бесов, милики, АОЕ под ним заливают. Это не проблема будет. Если будет первым активным крест, дается Гера. Диспельщиков я назначил. Насчет креста. Насчет черепа. То есть, если будет активен крош, все должны набрать между собой. Это РДД. Все между собой набираете дистанцию в районе 10. Он вешает как скилл у мага. Живая бомба, если не ошибаюсь. Которая бьет и по окончанию каста взрывается. И то есть АОЕ может залить ближайшего рядом с тобой союзника. То есть вы должны ренжу набирать между собой. Мангиал, ты, соответственно, когда будет крош активен, сдиспелишь с него щиток. По луне воет. Смотри, тебе сейчас я линкану каст. Ты должен будешь его сбивать. Рога у нас нету, это плохо. Молитва исцеления. Вот этот каст будешь сбивать. Ну и остальные там, которые он хилки кастует, тоже по возможности. Но главный каст это вот этот. Молитва исцеления. Это АОЕ идет по всем боссам хилки. Так же самое, если будет активна луна, все РДД переключайтесь в луну. Милики продолжают бить крест, если мы крест еще не залили. По квадрату. Ничего тоже такого особенного. Если он активен, все РДД переключайтесь по квадрату. Милики также само бьет крест, пока крест не лег. В принципе, это вся тактика. Короля будешь держать в трусах. Это последний босс. Соответственно, он активируется после того, когда мы убьем этих четверых. Давайте чек на готовность. Кто на диспеле? Лачдан, Скифон, Агра, Венте и Мангиал помогаешь, если что. Вы все на диспеле. Не каждый свое пати, а всех абсолютно диспелите, ребят, потому что дамаг проходит очень сильно. Я думаю, мы должны будем крест залить, если он активируется первый. Ну, посмотрим.
вроде все готовы, давайте. Чек на пул, я вам меточки поставил. Бокрус, по тебе, смотри. На тебе будет стаки, там дебаф такой вешаться. Ты эти стаки можешь скинуть в зеленку. Набираешь около 4 стаков, даже меньше чуть. 3-4 стака и зеленкой скидываешь их. Активация 3 секунды. Крош активен, все набрали ренджу между собой. По черепу бьем. Милики в крест играют, продолжайте. Моса, пожалуйста, Берни, свету, силу. Да что такое-то? У всех лагает, нет? Нет, нормально. Нет. По кресту все играем, по кресту все в крест бьем, бьем абсолютно все в крест. Активация 15 секунд, бьем в крест. Активация 5 секунд. Олм, это кто? Кто активен? Крест. Крест, Геру давай. Диспел рейда не забываем. Прожимку дай, Лимон, первый. Да. Все играем по кресту. Я вылетел. Плохо. Босса с меня забери. Бокус, босса забираем. Давайте сейчас заливаем, потом БР даем. Отлично. Агро. Ага, Далин, безумца, ты БРишь, давай. Агро, Берни, Шреддер. Активация 20 секунд. Все, пожалуйста, милики, бейте луну. Активация 2 секунды. Крош активен, РДД набрали рейнджу. Рейндж между собой набираем. Бокрус, можешь пойти в квадратик, поможешь Славке, когда будет активен квадрат. Так же само, как Славка станет, если его возьмет в контроль, то ты забираешь босс. Бокрус, улетишь, станет в меня. Так, кто у нас? Вент, Берни, твой хозяин, пожалуйста. Активация 15. Активация 5. Где поглаз? Кто? Приз. Сбивайте косты. Приз. Все. Все по призу играем. По луне. Так, может, миликом отбежать? Миликом отойдите. Хилиться, да. Милики, отойдите на квадрат. Давайте квадрат. Станьте. Милики, станьте в танк, а то будете летать.
все милики, станьте в лицо босса, пожалуйста, он вас не будет откидывать. РДД, бейте крест. Давайте попросту бейте. Ой, крест, блин, чей. Активация 5 секунд. Слепоглаз опять активен, полуния бейте. Я так понимаю, босса мы с тобой будем, да? Наверное. На босса можешь любого с собой взять, или я могу любого. Да, ручки важны. Главное там, чтобы много хп было, чтобы не шипало. Добивать его не надо, добить. Активация 10. 5 секунд. Прош активен, набрали РНГ. Заливаем череп. Диспел щит. Крошер диспел. Мангел. Ага. Макс ушел срочно. Он написал? Угу. Или Марина, кто там был? Что, луну можно добить, да, наверное, да? Да, сейчас добиваем череп, добивать луну. Милики, вы можете на короля переходить, плевать по технике короля, а ПДшки со мной. Квадратик сидит. Квадратик, квадратик, идем в квадрат. Что Макса туда кикнуть, чтоб КД не получал? Подожди, не кикай, может забагаться хилбот. Он обновится при выходе из боя. Жаба, жаба, жаба. Ой, ой, я кролик. Короля забери, Бокрус короля. Бокрус короля забери. Все, отлично, не надо. Добивайте луну и все бьем короля. Все милики короля бьем. Дим, мне кажется, да, кикай Макса, если он зайдет, мы увидим его и сразу дадим пати. Ну, ну смысла нет на его КД вешать. А что собаки, что с ними? Да
Да ничего, бьем, а АОЕ заливаем, ничего не будет стоить. Взял собак на себя. Все милики. А, нет, не надо. Нет, там такая фиолетовая печать. Давайте трэш дальше чистим. Я сейчас найду нам одного человека. Будь здоров. Это я, наверное, кашлянул. Все равно здоров будь. Ну, благодарствую. Здрав будь, боярин. Макс, полегче тут, нет? Да. Давай, пойдешь на этого... Груля. Угу. Чего? Да, да. Я слышал, как он... Тхай, думал. Очень-то хотелось. Сейчас я выхожу. Угу. Ласта не добил. Ты еще трэш очистить? Минуты три. А что не сказали? Ну, не знаю. Я бы добил. Не знаю, ну, я, да, уже зашел. Да, хочу. А где ты был? В РЛК. Пытался эссенцию взять. Одну прошел, забыл взять ее. Второй пошел. Тебе эссенцию дать? Да, попробуй. Самонять там как сможет. Да я думаю, плохая идея была хантать. Я не могу ни танчить или не хилить. Ладно, давай мы потом тебе сейчас моба польем и самонем. Угу. Я забыл самонем. Давайте их сведем в одну точечку, но от рейда разворачиваем лицом. Это темп трепет. Боков, сюда приведи его, пожалуйста, чтобы АОЕ заливали.
Резните мосу, поставьте шкафчик. Угу, спасибо. Верните громилу, кто его туда поворачивает? Он кливает. Громилу заливайте, чтоб он не поддавался на вас, а потом хилов. Локи могут в бане держать? Вихрь? Нет. Не стану, даже ничего. Даже контроль не работает в упреде. Да я вижу, я уже все перепомню, ничего не действует на них. Это Гера. Это не в обычке к стану, не восприимчив. Разбивает, слушай. На лица жаба не действует. Вот по дивану, по поискам. Зато я умею его лишать оружия. А, хил сбивается. Славка, ну ты самый жирный. Наверное, тебя придется с собой взять. Хотя Бокрус со мной пойдешь. Во, сделаем так. Так, пожалуйста, рейсните до павших. Дайте баф. Ставлю вам рыбку. Зачем? Чтобы били. Можно было и не ставить. Локи обновите. По паладинам. Ой, поварам. Чё-то попутал. Почки обновите все. Кто будет держать, Дим, ты или Слава? Босса? Да. Я и Бокрус пойдем. А кто будет? Дима, метки неправильно стоят, крест в частности. Ну это ориентир. Я примерно поставил, это ж не точно. Ну там печка, туда вообще лучше не ставь ориентир. Обычно слева, где квадрат, две метки, и сзади одна выпадает, а вот там редко. Так, крестик, как тебе или куда? Слав, ты, короче, там вот будешь с той стороны закрывать, да и все. Значит так, по этому боссу, смотрите, я вам примерно поставил 3D меточки, это получается, босс будет кастовать ручки. Сейчас я покажу, как они выглядят. Это оно, да, если я не ошибаюсь, зов камня.
Да, по-моему, вот это ручки. Да, да, да. То есть на это я примерно поставил где, то есть не обязательно в этих 3D метках, могут где-то спереди, левее, правее стоять. То есть там сейчас назначенные люди их будут закрывать. Как выглядят ручки? Примерно как вот у ДК лужа плюс-минус появляется вот такая вот аура, грубо говоря. Назначенные танки должны будут зайти в эти ручки и подождать, пока они захлопнутся. Так же самое вы будете получить там какой-то урон, получите дебаф, но ничего страшного, вас прохилится и вы не умрете из-за того, что у вас большое количество хп. Вы будете должны постоянно на протяжении всего босса закрывать эти ручки. Вам будут анонсировать. Слав, ты будешь говорить, когда ручки и т.д. и т.п., потому что мне видно, это не будет. Соответственно, Бокрус красавчик, мы с тобой, ты знаешь, где будем. То есть главное на этом боссе это закрывать ручки. Если не закрываешь ручки, то это падает с рейда большое количество людей. Короче, очень большой дамаг входит АОЕ по рейду. На кого на пол спрашиваю? Да, на пол не надо, я сам за агрю. На пул, на микстурку можешь давать, если что. Богрус, соответственно, камеру сверху, чтобы удобнее было смотреть. И бегаешь за мной. Вот я налево, ты за мной налево, в меня становишься. Абсолютно за мной. Я направо побежал, ты за мной направо. Когда я стану тут в углу, будем постоянно стоять здесь углу, в углу получать дамаг вдвоем. Чек на готовность. Босс, манекен, главное руки. Если что, также милики, РДД, жертвуйте собой, если увидите, что... А, я не назначил танков. Войд, давай твои ручки примерно где квадрат. Лимон, твои примерно где череп. Плюс-минус там появляться они будут. То есть смотрите сами. Так же само милики, РДД, видите, что не успевают ручки закрывать танки, заходите, получайте урон, вас не убьет. Все готовы? Даю отчет, поехали. Все, Бокрус, так и стоим, не надо. Ручки. Ручки. Слева мили. Отлично. Закрывайте ручки. Если закрываем ручки, мы его убиваем. Это эти красные штучки, да, на полу? Да, да, да. Угу. Ручки. Справа мили. Геру, да, Саша? Про Геру я забыл. Ручки. Фух, с баблом скидывается. Не надо, тебя как танку не надо ничего скидывать. Ручки. Включил справа ручки. Печка. Ручки. Ручки.
Ручки. Вару, иди отсюда, ты не стан. А если в ручках двое, урон по одному или по двум одинаково проходит? По одному. Ручки. Бокус, дай прожимочки свои. Печка. Ручки. Слева ручки. Ручки не закрыли. Пал, поздно, ты должен там быть. Я не видел, спина перила. Агра, Бермоса. Ручки. Далин, Берескифона. Прожимку, Слав. Так, Мосса, Берни, Шреддер. Ручки. Скифон, Бер, Декахилон. Ручки слева. Прожимку, Лимон, прожимочку. Да. Ручки. О, еще одни. Опа, босс. Печка. Прожимку, Войд, дай прожимочку. КД. Лайкс, а теперь даже ХЗ, кто не успел. Ручки. Мы свои закрыли. Ручки. В центре закрой. За мной пошли. Все, не надо. Стоять. Почему некоторые босса танчат, и они туда-сюда уводят из угла? Стаки сбрасывают. Стаки сбрасывают. Он сейчас забагался, у него стаки не сбросились. Ручки. Его поводить туда-сюда. Тут есть, грубо говоря, место такое, если его правильно поставить, вот, отлично забили. Если его правильно поставить, то его не надо водить туда-сюда, перебегать. То есть с него стаки спадают. Детектор. Вот это лут огонь. Кружки нет. Детектор. А вот этот тренер кому? Да. Да. Да, да. Ну что, погнали. Макс, заберешь минус 250 себе сделаешь. Ага. Начисли там эти. Он Дорин. Да, Дорин, я начислил полное. Все, можешь ливать. Остальным сейчас. А замена. Который... Замене сейчас я разрулю и начислю. Дорин есть. Ему начислить. Что мы пойдем в ВВК? Нет, в ВВК не пойдем, ребят. У многих ночь уже с глубокой. Давайте ролим. Кому? Ну, это друг. На холле приставшие. А, это рука. Скифон, обмен. Холле присты есть вообще в гильдии, как хилы? Были где-то? Нет, не точно. Один есть. Ну, хули приста, свои плюшки есть. Перчаточки, кожу ролин. Смотрите, хорошая. Классная перчатка. На оффхенд. Вот эти перчатки.
От печати ролят только те, у кого есть что улучшать. Да, да. То есть без Т4 мимо. Ну да. Справедливо. Смотрите, по поводу детектора. Вообще считается, что он не очень хорошая триня. Но еще вторая есть теория, когда 4 детектора в рейде, и сработка идет постоянно, то это топчик. Хороший на паладина, на рестер, на шамана у нас нету. Юля, тебе щит как? Не-не-не, спасибо, мне не нужно. Я понял. Зря. Тут за ГП шмот, да? Да, да, да. 60 идет за ГП уже. Так же, как и в ЦЛК 25-ки. И в Карригер. Ну, спинная трушная. Вента обмен. Щит, кстати, зря никто не забрал, потому что он с дыркой, и за счет дырки он выходит больше, чем 64-й постатом. Угу. Классный щит. 60-й с дыркой постатом больше, чем 64-й без дырки. Там статы дает по 1, по 2 плюса, а дырка тебе даст 30 центы. Мне так передергивает, когда вы говорите «дырка». Дырка в жопе, а в вещах отверстие. Не, просто батя инженер, мне просто кровь из ушей течет, когда я слышу слово «дырка». Неприменимо в ситуации. Запястья хорошие. Тогда в шмотке не отверстие, а сокет. Ну, слот, да, что угодно, но не дырка. Войд, обмен. Войд только успевает ГП получать. Ну, одевается ж. Одевается. Слушайте, а вы видели в путеводителе по приключениям, где шмот и все остальное появилось, комплект и фильтр появился, который, правда, глючит давно сейчас? Давно был. А вот сверху кнопка, что вернуться на главную, была? То есть ты можешь провалиться в какой-то, да, инст, а потом вернуться в предыдущий. Танки, рольте, да, было все. И лилил, хотите, смотрите. Я этот... Мы его буду, да. Войд забирай. Это вообще топ меткость. Ну да, это для танка топчик. А что, с запястьем передумали, что ли? Что там мучить, если по ГП? Плюс 410, плюс 450, что-то минус 250. Да я понял. А это мне можно? Да, Света, тебе можно роли. Если по приоритету ты выше, соответственно, ты забираешь. Смотри, получается, если есть у кого-то в рейде такая тринька, если в рейде у кого-то такая тринька есть, то у второго человека снижается эффективность этой трини, правильно? В смысле, снижается эффективность? Ну, как он написано, эффект не срабатывает, если на цели уже есть загадочный механизм. Значит, если кто-то до тебя стаканул, то ты пролетаешь, когда у тебя триньки улетают, правильно? Не улетает, а остается. То есть заканчивается КД у того человека, кто это повесил, срабатывает сразу твоя тринька. И работает. И по очереди работает. Да, и оно получается. Ну, слушаю, получается, что я должен очереди ждать, пока механизм, допустим, у меня пробный. Не понял, да? Смотри, 5 триник, получается, у одного она работает, полностью они работают у всех, получается. 525 вот эти СПД дается всем.
чем больше этих триник, тем постоянно, получается, она на тебе 525 ETS поддержит. 4 триники держат на постоянку на все время. Баф не спадает 4. Все, я понял, как она работает. Да. Ну, если так, то хорошо. Просто я думал, что... У Клини-то она есть. Ну да. Чем брали? Кипиш, кипиш. Что там, вроде токен еще был, да? Не ролли токен? Сейчас я буду ролли токены. Он 3 токена. Печать пустоты ролем. Это которая с Грула? Две вроде было. Последнюю буду. Не, Роми, это... Ага, все, я понял. Глянь, жичара. Сразу мне торг дает. Я просто посмотрел уже ПР. Я ничего не успел абсолютно сделать. Следующая печенька роли. После меня забирает Далин. То есть третью печеньку я отдаю Далину, у него приоритет будет. Это нифига, я сразу улетел со второго места на последнее. Клак улетел. На пожизненное. Обмен кинь, пожалуйста. Вот там вообще улетел, там уже на пожизненное. Вот уже все, два косаря, и это не предел, я чувствую. Ему проще, знаешь, что делать? Ливать гильдии, заново вступать. Другим персом. Да. Переименовывать его и вступать заново. Все, ребята, это весь лут. Остальное никто ничего не захотел брать. Всем спасибо. Отдыхайте. Всем пока.